Многие пользователи банковских продуктов не знают, как пользоваться СБП без процентов. На самом деле это просто, но прежде чем использовать систему, ее необходимо настроить, а после изучить, как совершить перевод. Мы подготовили инструкции, применимые для трех самых популярных банков в России, для Сбера, Тинькофф и ВТБ-24. Подробнее на нашем сайте.